На календаре 14 декабря. Ровно 125 лет назад, 14 декабря 1892 года, в Самаре была открыта община сестер милосердия Российского общества Красного Креста. Она разместилась в арендованном доме на улице Уральской. Сейчас это улица братьев Коростелевых. В военное время сестры помогали больным и раненым воинам, а в мирное несли службу в больницах и частных домах. 14 декабря военного 1943 года Куйбышевская филармония открыла симфонический сезон. На сцене с первым концертом выступил вновь организованный оркестр. Его костяк составили артисты самой филармонии, а также театра оперы, балета и музыкальной комедии. Поздравление с днем рождения сегодня принимает руководитель управления Роскомнадзора по Самарской области Светлана Вениаминовна Жданова. Также 14 декабря появились на свет французский врач, ученый и знаменитый предсказатель Нострадамус, русская княгиня, писательница, поэтесса Зинаида Волконская, актриса театра и кино, хореограф Дарья Сагалова и другие известные люди. По народному календарю сегодня Наумов день. На Руси пророка Наума считали покровителем наук и грамоты. Наум наставляет на ум. Говорили наши предки, и в день памяти пророка отдавали детей в учение приходским дьякам. Существовала целая церемония. С утра все семейство отправлялось в церковь, где служили молебен и испрашивали благословение на учебу. После, уже дома, встречали учителя, угощали его и представляли ему ученика. Отрок должен был сотворить учителю 3 земных поклона, а в ответ получал 3 легких символических удара плеткой. После первого урока учителя одаривали вышитым полотенцем и караваем хлеба. Все эти и многие другие знаменательные события произошли 14 декабря. Всего вам самого доброго!